Так, значит, пошло. Так, значит, что, всем приветы. Тут извиняйте за технические задержки. Но мы сегодня добьем, надеюсь, эту игру. Итак. Блин. А я вас-то не включил. Здоровайтесь, короче. Всем привет! Добрый вечер! Так, Всем привет! к нам вот присоединился Натофокс. К сожалению, Клауда нет. Ну и Блайнда тоже нет. Я и говорю человеческий фактор. Да. Вот. Ну, в принципе, так, переключаем сцену. Так, ну все. Теперь я иду загружать свой сейвик. Так, где он? Блин, сейв стейт. Вот. Загружайте свои сейвы. Лот, лот. Вот этот. Так, все. Музон будет от меня идти. Так проще, короче. Короче, у нас, я так понял, рестримит Серк с тобой. Да. И себя, и Сантера. Так прям получилось. Герой сегодня. Так получилось, что, в общем, я буду рестримом заниматься. Так. Все. Да. Все, может, комментаторы могут отмашку давать, и мы начнем. Ну давайте. Вообще, Дантера, почему ты на экране уже? В уровне в самом. Экран. Я загрузил сейв стейт, залез на лестницу, теперь по ней ползаю, что? У него такой сейв. У меня сейв такой. Хорошо, тогда уж начинайте, чё. Ну, погнали. Гоу! Вот у нас Дантера остановился на первом уровне крепости Вайли. Серкс на третьем, да? Или четвертый уже? Четвертый, по-моему. Ну, в общем, предпоследний. Перед трифайтами. Хорошая часть, у трифайта наконец запилили. Нормальный. Ну да, в первой части они беспонтовые были. Ну почему они там свои были? Видимо, не доработали, раз такие там, сделали. Там просто боссы по порядку идут. По-моему, в X1 такие же были. Так. Что-то типа дани, отдать дань серии. Серж, не ржать в микрофон. Проще через верх идти вообще. Да ладно. Ну, такие смешки иногда слышно. Наверное, задний. Это мой плане. Товарищ сидит тут рядом со мной. Такое чувство, будто там Блайнд сидит у Дантерки. Вот он где. Хиканье похоже. Ушел. Не, не очень похож. А кстати, у меня теперь это есть такая фича, что я буду смотреть, где там Дантера. Это уже не нужно. Ну это в принципе не капитально, потому что он же этот уровень прошел. Так. Он уже себе все заспилирил, да, когда проходил. Странно решил. Он может просто следить, как у меня там дела. Да. Так, поглядывать. Тактический слив у Дантера. Кстати, вот Дантера можно, например, с яиц этих фармить. Оружием некоторым. Можно, в принципе. Да, вот. Только сейчас нет смысла. Не тратить хп и сбивать всех птиц на вылете. Блин, ладно. Что-то я... Одним оружием? Да. С самым попсовым оружием. Попсовым? Ну да. И в принципе и другой подойдет. А у Дантера прет на пролом. Тут любое оружие подойдет. Я всегда прет на пролом. Там есть оружие, которое не кончается от врагов. Нормально идет. И кончается от врагов. Это ты про о, стандартно? Жизнь. Пробивает их на это, на вылет. Это было сейчас круто. Не знаю, как он это. Но точно. Ты бы мог тут спаунилку тоже замочить. Получилось. Щайзе. Если бы до ней дотянулся. Каким-нибудь оружием. Джейсон, сейчас это. Блин. По тебе свечей надо. Ну все, я тут затупил вообще конкретно.
Слушай, ты можешь заткнуться, пожалуйста? А где конкретно? Я забыл за 2 дня, что меня тут ждет. Блин, давайте в качестве наказания для проигравшего я убью своего лучшего друга. Ну, это слишком суровое наказание. Это наказание для друга, а не для себя. Понимаешь, сидеть от Донтера вместе со всякими этими. Да я просто не думал, что он прям вот так будет сидеть мне тут. И хи-хи-ха-ха. Весело? Веселее просто. Хоть правду сказал. Не, но... Так, да, блин, почему я постоянно на этих платформах запираюсь? Не, ну, Дантера, я тут когда-то стримил с друга. Если к нему еще друг приходил, то это было вообще ржачь. Они начинали обсуждать доту, и это было слышно на стриме иногда. Ну, слава богу, мой друг в доте вообще никакой. Поэтому он ее и обсуждать не будет. Я? Да, отлично. Ну ладно. Вот. Твой друг рак в доте. Нет, он мне вообще не играет. Вообще не играет. Ну вот он только что же сказал. Нормально. Его плохо, слышно. Не разборы чего. Одно плохо, хочу жалко, поближе, что там Нитян сидит. Нет, я говорю, ты говоришь что-нибудь будешь, я тебе буду передавать. Главное, не отвлекай меня, пожалуйста. Я ничего не говорил. Так. Дантера, давай. Ты сможешь это сделать. Дракончик! Блин. Тащи давай. Как можно было за один раз не пройти, но вот как-то умудрились. Они как, я помню, первую часть вроде до замка они быстро дошли, а вот замок уже как-то проблематично где-то. Да, я его еще второй раз, можно сказать, прошел. Да. По собственной вине. Раз за 6 часов только давали дошел. Так что нормально. Да, блин, идите на. Я еще удивился, что они довольно быстро прошли несколько первых боссов. Так, дракончика я убил. О, ну наконец. Да, блин. Сколько попыток я на прошлую часть потратил? Я даже не считал. Да никто не считал. Довольно много. Так, начнем. Самый проблемный. Так, а чат вообще кто-нибудь читает? Я читаю чат. Терк, чатик на есть. Раз слышал тейч селект и лоханулся. Вот у Серкса сейчас веселый босс. Так. О, то есть я уровень прошел, у меня оружие не обновилось. Не, тут... Да блинские вертолеты. Тут лафы не будет, блин. Что ж ты? Да я понял, что лафы не будет. Да блин, ну какого хрена? Блин. Да, это как кирпич, который на турнире ребутнул эмулятор. Это как Макс, как так, который вместо продолжить нажал. Так. Не продолжать. Слушай, ты можешь заткнуться, а? Серьезно. Ну, двигай, хотя... чё мне так... На челлендже Макса, как так, а против Блайнда, это было эпично. Так. Считаю, что Макс еще и догнал Блайнда, и обогнал, и перегнал, и вообще. Блин. И выиграл еще. Блин, я забыл, кто тут бомбу-то кидает? А, Краш. Клашман. Краш. Почему Клашман? Клэш. Потому что он Клашман. Потому что у него клац-клац? Ну, видимо, да. Клэш. Видишь, это ты просел ебанку. Тут какого... Блин. Да пофиг на эту ебанку, честно. Она там не одна, она тебе пригодилась бы. Да ничего страшного, я жизни себе набрал. Серкс почти прошел. Говно, блин. Сраные платформы. Давайте я убью своего лучшего друга, при этом буду петь песню из Мегамена. В Мегамене есть песни? Разве что... Ну да, в прошлый же раз мне сказали, что надо будет петь. Разве что в аниме, помню. Ну вот. Здесь что, фармить можно? На этом месте. Ну, если тебе в задницу сверло не воткнется, то да. А, Джейсон за Пацифика. Вперед, вперед. Ага, сейчас. Ну, я думаю, ты вот бесполезно. Джейсон, болей за Серкса, ты так деньги хоть не профукаешь. А что, на тебя поставил? Я не знаю, может, кто-то и догадался поставить. Да вряд ли, у нас такие не промышляют. Так, тогда мне нужно... Слишком. У нас не тотализатор. Это не престижное соревнование.
И престижнее. Ну, Серкс хорошо играет. Я пересматривал вчера запись. Прям... Прям зависть. А. Да, зависть. Блин, вот Джейсон, научись ставить запятые. Он что, до сих пор не научился? Нет. Да, в прошлом я прочитал, как я за Пацифик. Я думал, что он за Пацифика, а... Тут было после я за, запятая даже, да. То есть я за Пацифик. То есть он за того, что ты после проигрыша должен убить своего друга. Тогда ладно, действительно, тогда он деньги не пропукает. А вообще он за игру болеет. Да все за игру болеют. Игра же нагибает всех. Да. Особенно мои нервные клетки. Нагибает нервные клетки. Так, пойдем на пролом. Сейчас быстро лучшим другом Дантера станет Назет, почему это? Следующая жертва. Так. Бля, что пить? Меня еще найти надо, прежде чем убивать. Ну давай, долети! Ну ёпара СТ! У меня ж тройка закончилась! Фу! В последнее время друг... Как раз пофармить можно. Да, надо будет фармить сейчас. Опять. Тройку. Надо было что-то... Блин, тройка вообще такая... Где эти сверла? А, вот они. Тупо платформа, которая бежит по стене. Ну ладно, Серк все равно далеко убежал, поэтому я не буду торопиться. Ну, я тебе мог быстрый путь подсказать. Не надо, Нека, так нечестно. Какой нечестно, это уже ничего не сделаешь. Да и если это, так только интереснее будет, если ты догонишь Серкс. Да, Тони, я там, где паровоз ходит, но паровоз ходит очень много где. Поэтому довольно проблемно на меня найти. Да, паровозики везде ходят. Вот, из пилери. Сейчас я Джейсона забаню. Чё там, совсем бардак? Ты что, про вот эти хрени? Так, Квикмана. И чебушонку про это всем, кто подходит. Да, всем привет. Да, всем привет. Чебушок. Мы тут продолжаем рако-сеанс по Мегамену. Рако-сеанс? Ну, во всяком случае, у меня рако-сеанс. С лучшим другом на пару, ага. Так. Ну, тут прямо это, хоть на фар, хоть фарме. На да, снайпера чего фармить? Да, это опасно. На снайпера. Да, маловато ее. Так, ну опять же. Я думаю, нескольких вот этих пипеток должно хватить. Пипеток? На сешке опять же тут легче за счет еба. Сволочь. Ну что она пропала? Смех друга божественен, попроси его посмеяться, как ясь. Слышишь, тебя просят посмеяться, как ясь. Блин. Не знаю, говорят, твой смех эпичен. Ой. Да ты какого упал, блин, какой скотина. Эпический смех твой. Бывают люди с заразительным смехом. На заказ не умею, блин, от души должен. Смех на заказ? Вот примерно. Надеюсь, все довольны. Ну, блин, какого хрена? Так, сколько у меня тройка-то? Я понял, спасибо. Все, наконец-то. Тут не хватило? Да. Сам раз. Йоту-то должно хватать.
впритык. Ну тут так сделано, что тут специально вот прям впритык-притык очень. Да. И то нужно экономить. Подло прямо так рассчитано. Ну чё, рефайты, Паш, наконец-то. Ура, рефайты. Оружие хрен, да? Придется умирать. Замок хватит. А мы попробуем все-таки поисследовать. Кстати, вот этот замок был использован в Smash Brothers в каком-то. Может даже в последнем. Там арена такая есть с этим замком. О, жинь! Она мне нужна! Эй, ты тварь! Да, она тебе очень пригодится. Жизнь-то? Конечно, пригодится. О, много у меня жизни. Так, Квикман. Ничего страшного. Ой, Квикман. Ой, армянин. Брикман. Армянин? Армен. Как? Чем его гасить? Новый пост Мегамэни Армен. Может, листочками? Купи немного воздуха. Ой-ёй, где это? О, пробежал таки. Человек армянин. Так, кажись, я угадал, только я оружие слил. Я помню, в каком-то Мегамене фанатском был какой-то... Не помню, как он точно называется, что-то типа Батя Мэн. Да вы серьезно, что ли? Он туалетной бумагой кидался. Чем-то похожим. Пейпермен или туалетмен какой-то? Не, как это он, Батька Мэн, что ли, как назывался? Как-то так. Так, деревянный. Огнем бы его. Отвлекаешь, пожалуйста, перестань. Так. Веселый босяка. Хит. Тебя веселым босякой назвали. А у тебя веселый босяк. Ага, нифига не огонь. А, да. Надо бы. Так, ладно. Веселый друзьяка. Веселый друзьяка. Полминуты. Нифига себе. Ты так быстро в туалет ходишь? Ну не знаю, вдруг. Так, ну флешман это, наверное, для Квикмана наверняка просто. Ну что за хрень делает Дантера? Он фармит. Пытался. Ну и что-то нафармил даже. Блин, турбокнопки. Турбокнопки для фарма, в принципе, это при... Блин. Приемлемо. Так, это кто? А, это Бублик. Бабл-мен. Не, ну я, конечно, могу Металл-мена всего истратить. Бублик человек. Истратить Металл-мена. Ёмы. Да ты... Тебе еще фиг попасть. Нет. Короче, огонь к нему точно не рулит. Так. Так, поджечь под водой труд. Поджечь воду. Ну, вроде неплохо, ладно. Да, в общем... Тонкол, например, хвалит стримом. Говорит, что он хорош. Ну, может, это был сарказм. Молчи. Ну, он же кота поставил. Фух. Значит, хороший. Кот это знак качества, типа. Ну так, а зачем, кстати, кота, если плохо? Так. Ну... Обычно в таких случаях... Ну я не знаю, может, смеяться хотел. Ага, значит так, да? Ну ладно. Как, блин. Я все жду, когда Амкол будет стримить Мегаменеджер. 5 жизней, блин, я никогда не сдохну на этом уровне. Хотя только я могу на нем сдохнуть. Блин, так же было. Кот как Apple, знак качества. А Apple это знак качества теперь? Ну, наверное. У кого есть Apple, тем виднее. Ага. Любит Apple только те, кто любит Apple. Это, точнее, у кого он есть. Вот Мельстром до глубины души стрим трогает, он аж плачет. Хорошо, стрим, короче. А Дикий Свиртл поставил
Господи, пожалуйста. Там, блин. Поставил лайк мясным чуваком. Вау, круто. Но я не играл в медбой, так что ничего не могу сказать. Так. Это что-то играл, надо... меня кубиком убило! Металл, надо играть, гады! Сыро, Сыро, тебе не верю. Сыр! Сыр! А какой смысл был писать обзор на этот самый? Смысл? А сыр прокачивает скилл. Тем более... Журналистики. Статьи про, про такие вещи делают. Чё, ничего не написать. Все прилично будет, Саин. Ну ладно. Кто это? Может, мне так хотелось. Ну ладно. Желание сыра — это... Закон. Это вообще сыр этап организовал. Ну, вернее, чемпионат. Да, отличная организация была. Сыр должен... Причем очень интересно все было. Ну, в основном, конечно, Клауд занимался. Поганка. Ну, они с Клаудом старались. Меня засосал телепорт. Я в телепорт засосал? Ну, неудачно я это... Не вы... оказался не в том месте, не в то время. Верный гонт, да. Что ж там с телепортами такое будет? Да рефайты. Просто я убил босса и оказался в телепорте. Так. Гонки на сыре. Чё я творю? Ходят слухи, что второй сезон будет по трекмании. Да? Нет, он будет по R-Factor. Опять? Это хорошая, разнообразная игра. По гран-туризму. Гран-туризму. Тем еще более будет. Там в названии фигурирует рандом. А в других играх рандома не будет. Там все тематично. Ну а разлазить на несколько игр это... Придется настраивать все очень хорошо, чтобы все все работало. Задроченный. Ах ты. Что такого в нем плохого? Ну, он какой-то задроченный, нужно много всяких. Какой задроченный. Хорошая игра. Ага. Я, наверное, слишком привык к аркадным гонкам. Ну зачем записался? Не знаю. Ну там написано было. Записывайтесь все желающие, я и записался. А ты хоть посмотрел, что за Air Factor? Нет. А смысл? Ну и вот, что твоя вина. Его бы это спасло, что ли? Меня бы это спасло, да. Я чё, знаю, что такое. Прежде чем надо... Надо играть. Смотри. Парадрейсеру? Это вроде на донде и на одного вообще. Или кто дальше проедет? Подожди. Да, нас бы это не спасло, если бы даже он не участвовал. Никакого смысла там нет. Так, кем я его привет, мучил? Венкман. Ну, потому что Серкс дошел, а Дантера нет. Дантера не на Металмейне, он на... А, второй вы че на Металмейне? Второй замок. Просто бывает. Здесь желтое все. Вторая часть замка. Блин, ну что... Да вы в эфире спрашивают. В эфире у нас Серкс, Дантера, Кот и Лис. И товарищ мой, который случайно сюда попал. Его нету в списке. Так что это, его типа нету. Тебя типа нету, видишь? Я сейчас... Ну хоть где-то ты мои просьбы выполняешь. Это тут продолжение, ты... да. Ай-яй-яй! Вали его уже. Он сейчас умрет скоро. Уже. Он умер. Я закончился Металмен, как можно. Да, Металмена надо опять фармить. Сейчас будет дикий фарм, конечно. Я бы тебе подсказал, как, но ты не хочешь. Не хочу, Голос. Не надо. Ну и хорошо. Не надо никого злить. Кого злить-то? Блин, я не того нафармил. Неизвестный товарищ напоминает дедушку Кохарда. Ты какого-то дедушку, оказывается, напоминаешь? Я? Yeah. Да, ты. А ты дедушка. Тут
Да ты... Не про это, потому что ты тихий. Ага, нифига нет. Тихий дедушка. Да, я просил. Кот по голосу. Так, всё, он фармился. Лично можно сейчас... Нель уже говорил. Я ни разу не слышал, чтобы кот мяукал. Ай, все, закончились буры. Да и вообще нигде. Ну ты же кот, а ты должны мяукать, например. Зачем? Я могу говорить на нормальном русском. Нормальном русском. Говори на кошачьем русском. Мне никто не поймет, зачем. Кошачий русский? Ну зато блеснешь знаниями. А, понимаешь, это никому ничего не... Эти знания не покажут, не скажут. Ты даешь. Да блин! Одни жизни выпадают. Ладно, засчитано. Подловил. Шок, кот не мяукает. А, блин, кончилось. Кот слишком флегматичен, чтобы мяукал. Давай, давай, ну. Ух. А что там мяукать-то? Даже смех кота был единичный. Вау! Другие просто не записали, не сохранились. Мне повезло, блин. Так попасть. Который глаз. Это не везение, это ты встал в правильную позицию. Ну вот мне повезло, я же не знал, что так можно встать. Коты не смеются. Как бы это предусмотрено, это логично. Вы плохо знаете котов. Особенно нашего. Да, наш кот. Наш кот не умеет мяукать, но умеет смеяться. Иногда. Наши коты умеют смеяться? Да что ты... Звучит как слоган, да? Ай, блин! Вот наших... сволочь. Ладно, все, я понял тебя. С Ирой не разговаривают. А, последняя жизнь. Блин, опять. Серкс, ну ты там где уже? Да на рефайтах. А. И барман. Ну и зло, а я до сих пор здесь. Сыры пишут. Комнату с кубиком розовым не могу пройти. Сыры, кстати, давно не стримили. Блин. Тут сволочь. Как же у меня так получилось-то? Я и жизнь профукал, походу. И то, Сыра. Что ты вообще на канале делаешь? Что ты не стримишь? Да, такие предъявы конкретные. Ну, предъявы на Зафокса. Нас не устраивает. Мы твои зрители. Да это какого? Стрим быстро. Ты как же свипер? Ты же не стримишь ничего. Сидишь тут. Да блин. Ты вообще кто по жизни? Говно что-то. Что-то говно пока что. Ну я тебя уже в любом случае не догоню. Да ладно. Ну Серкс тут. Тут все не так сложно. Сейчас опять выбивать всю эту фигню надо. Может Дантера немного застрянет на следующем боссе? Надолго. Я-то сколько с ним парился. Интересно, более что легкий. Там за босс-то будет такой, на котором я прям застрять могу. Хотя, блин, на всех застреваю. Да не интересно, скажи. Серкс Айрмена проходит. Вообще. Как я... надо проходит. У него слабости у меня не хватает. Это умение мочить его слабостью. Угу. Это на самом деле. Если это его слабость. Сложно. Я тоже думал, что это сложно сделать. А там, если проиграть, то все заново начинается? Все рефайты? Ну, да. Да. Неплохо. Ну, там... Нет, там... Если конт сливаешь. Если жизнь, то нормально. Хоть одного ты босса проиграешь, ты начинаешь всех заново. Не-не-не-не-не-не. Там, говорю, жизни нормально. Ну давай, блин, ну выпадай, большая перезарядка. Ну... Босс, я же говорил, 8 штук. 8 штук. Да, чеп, кот, смотрягу, у меня меч есть. Так. Как ты прям вот гордишься своим мечом, а? Так мне его просто так дали, конечно, горжусь.
Ну а кто-то заплатил, типа, за это, да? Ну, понимаешь. У кого-то за заслуги, а мне это. Да ни у кого нет заслуги. Че вы врете? Тем просто так раздают. Ну неправда. Правда. Знаешь, у тебя они просто так забрали. Ну, у меня просто так. А то у меня просто так заберут. И у меня у всех заберут просто так, если будут причины. Ничего, нечего. Ничего нет. Металл, блин, я опять забыл. А, так, Кикман. Единичка есть, осталось металл нафармить. Да троечки мне достаточно будет для одного прыжка. Давай хэви метал, парень. Металл человек. О, привет, Юза. Да, привет, Юза. Все выпадает, кроме нужного. Да уж. Даже жизни выпало. Сколько у меня их? Не просто дофига, у меня их дофига и больше. Да что? Блин. Можно всю игру, блин, пройти, умереть целую кучу раз. Ох, уже 7 жизней накопил, вообще. 8! Фига ты там нафармишь. 8 жизней. У меня это, оружия не хватит на все попытки босса завалить. Поэтому придется фармить. Придется скилл качать. Это ты про меня? Скилл качать. Да. Мне это давно надо делать. Блин, отсюда никогда не уйду, похоже. Так ты подбираешь зачем-то восстановлялки и не оружием, которое тебе надо. Я пытаюсь нафармить себе металлмена. Так ты бери пополнялки им. Тут просто так бегаешь и берешь. Подсказку не хочешь, давай. Да что ты, блин, прыгаешь, скотина? Тварь. Говорят, что Серкс просек фишку, но я не вижу. Я тоже. Я не вижу фишку. Серкс тебе просек, но не нашел. О, блин. Просек, но не нашел? Ну, просек, но не понял, что он просек. Тот понял, скотина. Что сказал? Да. А я нет. А нет. Еще какие-то претензии, что у Серкса не первый проход. Но ведь боссы-то были уже по игре. Конечно, в этом суть рефайта. Да. Успешно пройти уже пройден. Фишка со слабостями. Я вот этого не могу завалить нормально. Ты можешь не так часто хотя бы... Слабости. Микрофон, а? Я когда челленджил, я вообще заранее выписал боссов. Уии! И потом дописывал к ним слабость. Ты чё, пап? Это был фейл вообще. Ну ты мастер. Да, надо тройку нафармить хотя бы. Так, надо... Металлмена давай, фарм. Слабость. Да металлмена у меня... Более чем достаточно. Нет. Надо хотя бы на две попытки. Во-во-во-во-во-во! Тихо! Фух! Так, металлмен у меня полный. Осталось... Полный. Троечку. О-о-о-о-о-о! Уйдите! Бог ржать. Хватит ржать! Тут уже издеваются, что ты тут... Васяка. И Антону Мизрину привет. Вот. Привет, привет. Ребята, пришел на самый интересный. Другу. Почему он Басяка? Даже не знаю. Да какого? А что он басой ходит? Говорят, что ты басой ходишь. Поэтому Басяка. Я бы не сказал, что он басой. Я... Круглый год хожу в одну и ту же обуви, но это не значит, что я плохой. У меня просто другая нафиг. Сенсационное признание. Сенсация просто. Ладно. Да блин.
Мне главное теперь не навернуться. Тебе бы еще жизни полной иметь. Да, согласен. Потому что тут реально ебанки взять в начале. Мне бы до начала еще как-то дойти. Ты видел, сколько у меня жизней? Я не знаю, зачем ты их подбирал. Вау. Эвакуляция Nintendo 64. Что такое? Это выглядит страшно. У Ичиро там уже ошибки по фрейму. Эвакуляция. Пан, тихо, не надо мне подсказывать. Страшно. Да блин, он все равно меня задел. Сволочь. Такая. Да уж. Не говори. Так, тройки у меня на один прыжок, в принципе, хватит. Тебе бы жизни еще. Да вот только что сказал, товарищ. Что вот. Жизни нужны. Хорошо, говорит товарищ. По так, делу. Все, жизни нафармил. Блин. Теперь надо бы аккуратненько, ювелирненько выйти. Ну какого? Так, ладно. Я жив. Аптечечку на фармить хотя бы. Чувственно потрогай стик на геймпаде. Ай! Так, там Airman. Нет! Они серьезно издеваются. Они не хотят, чтобы я ебанку взял. А ты чего ржешь, сидишь? Там две ебанки. Больше жизни, богу жизни. Да уж. Сволочь. Дошел до меня таки, да? Ну ладно. Вот. Вот теперь главное, блин, не лохануться. Так, что-то я... Опять я про него забыл. Да, Квикман, что ли? Блин, море жизни просто у меня. Квикман, это на того, блин. Жаль, что нельзя, что не взять жизни, используют на боссе. Ай! Или нет? Если бы при смерти персонаж воскресал именно там, где он умер, это было бы контра. Блин, я забыл металмена включить, действительно. Ну ладно, сейчас хотя бы попытаюсь аккуратно. Дантера, тобой восхищается очень. Кто? Не... Моими рокованиями, что ли? Да, и Чизец. Ты... Чизец говорит, что ты его ювелир. Мель говорит, что ты его океан. Океан? Ну, Пацифик. А. Ай, блин! Да что ж такое? Боёвцев вообще мало. Да уж. Так, кого мне надо? Металла и тройку. Сволочь. Барматончик, зачем вообще это уметь? О, большая. Это полезно, ты недооцениваешь умение. Та приставка будет дольше работать. Дольше работать? Ну да. Мне кажется, от такого она быстрее износится. Почему же? Надо шумело все делать, тогда нет. О, ок. Да какого хрена, блин? Серк суров, он это по дефолту проходит, Вайли. Да, что-то металменом там я пытался, это все фигня была. Ты уже в Вайли, что ли, бьешь? Ну, пытаюсь. Ну, понимаешь, так, как только рефайт проходится, наконец, открывается телепорт к Вайли в той же комнате. Поэтому это не так сложно. Да. Ну все, я продул, короче. Да подожди ты. Еще не вечер, да? Вообще не вечер. Магистр Кот. Тут какая-то хрень непонятная, мне, по крайней мере. Быстро. Я как-то
дефолтом у меня удачнее получалось. Ну что ж такое? А тебе что там, тебе брык? А, ну, в принципе, да. Да блин! Не, ну блин! Нужны были жизни, и они не. Они выпадают теперь. Блин, я забыл переключить. Ну ладно. Я что-то не понимаю, как от него увернуться так нормально. Надо его как-то найти закономерность, как обычно. Потер найти. Ай-яй-яй. Мне не хватает конечных концов, еще бы здесь конечные концы были. Ага, сейчас. Если б... Ах ты тварь. Ладно, хотя бы только тройку надо фармить. Ну блин, ты что еще в это время не переключается? Зеркс, ты за сколько это вот место прошел, где кубики летающие? Да вообще сразу прошел, что там, металлмена берешь и гасишь. Вот у Антона есть подозрение, что 5 часов вечер и 100 зрителей уже, никто работать не хочет. Так. Но и сегодня пятница и сокращенные дни. 100 зрителей, нифига себе. Челлендж. По Мегамену. Мегамену прям. Вот те продолжают плеваться, что на канале слишком много Мегамена, тем не менее приходят. Ну всем интересно. Тем более такой рак на стриме. Приходит на Серкса посмотреть. Да, прям на Серкса приходит. Он же а чё, на меня совсем не приходят, да? Чего? На меня совсем не приходят. Чувак, ты-то вообще в Мегамен не играл. Тебе-то это не надо? Ну как бы я первого тоже это, что-то там в феврале мучил. Быстренько так. Тебе идёт прям. Металлмена до конца. Тихо. Вот. Венгман, скажи, Серк стал больше на меня похож по голосу? Ты что, поумнела, ё-моё? Ура! Игра подняла уровень. Левел ап. Эпоха новых микрофонов. Ага. Ну блин! Ну! Вот Мель говорит, что Серк стал меньше похож на меня. По-моему, больше, как я слышу его сейчас и как на записи себя слышу. Возможно, у меня колонки хреновые так передаются. Ты тварь. Серк стал похож на пирата. Ну, пирата я давно не слышал. Хотя есть несколько записей с ним. Угу. Утечку теперь надо. Уникальный контент, где пират говорит. Пират говорит, бей, не умирай. Образцы голос. Ох, теперь на босс можно. Спокойно. Странно, что вот эти штуки, как только проходишь их, они исчезают. Не, ну, не спавнятся там прямо под тобой или над тобой. Придурок, что ли? Ты. Тебя Джастис, что ли, покусал? Он что, ковер курит? Ковра покурил. Че, народ его слышал, да? Да я не знаю, слышал это народ или нет, но блин, это я слышал. Курение слышим, да. Слышим курение. Блин, я... Слышит, как ты ковры куришь. Я слышу, как тлеет ворс. Тлеет. Тлен. Характерен треск на таких. Ну давай, ну иди сюда. Да и... Джастис, давай. Ты может никого и не кусаешь, но да может тебя укусить все равно. И тот же эффект будет. Так, ну. Ну я его замочил, чё? Только мне это не засчитали. Полена, да, и сложный босс. Чё мне это не засчитали-то, а? Ты умер. Блин. Пай, Дантера.
Но... Да ладно, Серкс победил. Вот, и прошел. Еще нет. Зато ощутил. Он полено одолеть не может. Да, вообще. Погоди, полено? Полено. Ты что, все еще на рефайтах, что ли? У него не рефайты боюсь. Постоянно перед Вайли будут. Да подожди, не догоню я его. Ты долбоёб, что ли? О, ебаночки. Чё-то фигня какая-то. Полено не горит. Ее. Совсем. Зачем ты отпрыгнул от взрыва, блин? Вертолет заюзай, что? Ну, однёрочку там. Блин! Вертолёт не поможет. Тихо. Сраное полено, я лучше на него буду первым ходить. Фух. Да, мега запрыгивал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Куда это я улетел? Адская ебанка, это порево студентов на хате. Сволочь! Во! Ну, блин, интересно, вообще... ебанк да, ебанк сохранилась у меня. Да. Ну ты даешь. Да ладно, на бомбу напоролся, тупо. Вау! Вот помнишь, ты мне про мегалодона сегодня я говорил? Вот он и появился. Ботле! Так вот где мне столько жизни понадобится. Хотя лучше бы я сдох, серьезно. Что, ты все еще там, что ли? Нет, я уже как бы прошел этот момент. Где с кубиками? Теперь запоролся там, где. А, шипы, не бомба, где это шипов не надо. Ну кактусы черные, ё-моё. Где эти мегалодоны? Я идиот. Заткнись, блин! При чем тут язи вообще? Какие язи? Это вот какой-то курлык включи. В чатике про язи говорят. Ну там рыбы. Чем не язи? Ну а чем не сельдь? Чем не язи, чем не сельдь? Сельдь вкуснее. Ты не понимаешь всю наркоманию, чувак. Что мне язь, что мне сельдь? Он не дождик проливной. Лис, как ты рыбу ловишь? Ковром. Ковром. Так, видимо, да. Точно, в сказке помню там это. Лис, короче, на хвост рыбу ловил. А или он волка развел? Там лиса волку сказала, чтобы он хвост в прорубь опустил, и будет рыба. А вот ты сейчас пытаешься меня так наебать. Угу. Я-то помню все. Все ваши. О, подлянки. Сейчас какой-то босс будет. Все ваши подставы помню, да? А, ты его увидел? Да, блин. Ну это танчик просто. А, это не как уничтожать-то? Это простой. Тауменом, что ли? Понимаешь, что вот, стреляй по-разному. Да что ты, скотина? Ой. Турбокнопка тебе тут не поможет. Да я понял, что мне тут не поможет. Я ее случайно включил. Так, а так, чем я еще не пробовал Вайли водить? Зачем ее включать? Это же две разные кнопки. Турбо и обычная должна быть. Так, не... Обрати внимание на касок. На касках? Да.
как действуют каски, вот, все. Это же б... как они называют? Тихо. Я понял, как без урона пройти. Опа. Но Митульч. Как убить? Я говорю, откуда попробую. Ну, присмотрись к каскам просто еще. И тебе помогут. Раньше тебя убивали, тут помогут. Ой, ё-моё. Теперь осталось понять, куда его убивать. А он сверху до второй формы дошел и умер. И умер, да. Самое что печальное. Так, нет. Квикман тоже не помогает. Едим банку. Ну ты даешь прям сейчас банку. Уже! Так, подожди, да, я вроде себя пробовал. Говно. Там три или две. Я не помню. Он две. Так, ну... нет, это не его слабость. Там сложно сказать. Подожди, я имею в виду, это не его слабость в плане оружия. А, нет, может и его. Ты и видишь, ты уже понял, что делать. Ну, про... не совсем. Я Дантера говорю. Да блин, чё он издох? Почему? Интересно, а дефолтом его можно как-то? Можно. Чё всё говоришь? Можно. Дефолтом его. Охренеть. Дефолтом можно все, но есть слабости этого босса. Ты просто не попробовал. Я думаю, да, след... Пикман. Следующего босса дефолтом нельзя. Почему? А, ну да. Ай, блин, все, он меня убил. Там как бы явный намек, что сделать боссу. Да, зато я хотя бы понял, как его убивать. Намек? Где-то там намек выйдет. Либо Квикманом, ну, либо дефолтом. Как бы там сама комната говорит, что с ней делать. Почему Мегамэн появляется в воздухе? Да ладно, ничего страшного. Нормально все. Это... Чтобы а, драйва фарм. Добавить. Да, это очень добавляет драйва. Ну, ты появляешься и сразу падаешь. Это надо. Надо рулить сразу. И не постоять на месте продумать. Так, Квикман. Квикман, зачем мне грамотным быть, аж кот? Отличное оправдание. Вообще. Прямое писать и читать не умеет. Как мне опыт. Ну, там. Чернь всякая. Это аристократ. Гладкошерстные коты аристократы? Что-то я первый раз отслушал. Почему? Ну, я понял. От шерсти не зависит. Да ладно. Коты должны быть толстыми и волосатыми. Волосатыми? Да, коты должны быть волосатыми. Ну, в Египте есть вроде, да? В Египте как раз гладкошерстные. Там неправильные коты. Там не волосатые. Блин! Лаж какая-то порода, короче. Ты что, уже все? Серкс? Да. Опять тут сраная полена меня затроллила. А-а-а! Зера, я не знаю, меня часто нам с Нека путают. Хотя я вовсе не Нека, меня со стороны пригласили иногда. Со стороны... Шутка за 300. А, окей, за 300. По-моему, это за соточку. Шутка какая-нибудь. А что так мало? Потому что я никто не понял. Я не понял ее. Ну ты не понял, я понял. Вот видишь, только ты понял, значит за соточку максимум. Там Борм кидает. Барматунчик, а зачем мне так делать? И почему это не смогу? Задние лапы. Ау. Делать привет. Да уж. Ну ты кот. Чего?
НАЗА любитель необоснованных обвинений. Да. Ты кот обвинил. Вообще. Так. Ему надо судьей работать. Или прокурором. Ведется дело по обвинению в коте. Кто там еще остался-то? Обвинение в коте. Обвинение в котизме? Ваш кот проплатил объявление. Обвинение. У моего друга уже мозг взорвался. Пусть привыкает. Привыкай. Пришел на Кракен, попрощайся с мозгом. Да, вот тебе передаю. Пришел на Кракен, попрощайся с мозгом. И курни ковра. И ковра курни. Ковер восстанавливает мозг, но не таким, какой он был. У тебя в комнате ковер есть. А, нет, подожди. У меня пластиковая подставка, под ковер. Ну скури пластиковую подставку, ё-моё. Курить пластик плохо. Её неудобно сворачивать. Ладно. 300? Вот пластиковую подставку 300. Можно нарезать. Я знаю, что ты сейчас скажешь, но нет. А это мат? Разве? Ну не мат, но все равно. Не надо. Так. Вот половина жизни нет. Да, чуть-чуть совсем. Не, вот этого вроде не надо будет. Зеркс! Да! Ты не в курсе, надо будет вот этот танк перепроходить на рефайтах? Нет. Нет, это замковый босс, они не нужны. Разовый. Нет, это все разовый босс. Все, сволочь побита! Гнида повержен. Я повержен. Да нет, я не про тебя. Да нет, я имею нет, в виду, еще что... какая-то хрень. Меня во, блин. Слушайте, а Металлмена можно как-то его? Как думаешь? Его можно как-то Металлменом завалить? А вот этим? Ну вот, который с пилами. А, так я говорю, у него уязвимость, я думаю, не конкретно вот вот этим персонажем, а именно в голову урона отправить. Попробуй просто. Надо. Квикман лучше, не спорить. Квикман лучше, считаешь? Да. Я не спорю, что. Я может... не про это мне говорят, что Квикманом надо его. Металлман вроде просто отскакивает. Какой-то больше дамага наносит, но я имею в виду, если патроны на одном закончатся, переключиться на второго. Тогда надо Квикмана сейчас фармить. Я должен нафармил до конца. Йоу. Квикмана много дает. А я это... Так, ну тогда надо жизни. А я помню, Легира с этим мучился. Да чё там мучиться? Ну, убей меня. Убей меня, по-моему. Вот, Серкс, это нечестно. Ты знаешь, как убивать босса. Да, Ну, давайте я тут перепробую сейчас все оружие за 5 минут и буду бить его все равно этим. В общем, Дантера, если ты доберешься до пришельца, он пузырями бьется. Это плохой челлендж, ты много знал. Очень плохой челлендж. Ну, я челлендж. Как бы заранее знал, ты что он много знал. Хорошо знает игру, но... Я бы не сказал, что я хорошо ее знал. Ну, ты моменты знаешь. Ну, некоторые, да, знал. Ну и вот. Которые и подсказывал, в общем-то, сразу. Как я ферстранил типа Мегамена первого. Я много знал и быстро его прошел по этому. Потому что Брикмана смотрел недавно. Перед этим. Фига. Привет, панда. По-моему, после этого чувака Квикман вообще не хочет. Так, интересно, когда он опустит свой кулак-то? Когда ты встанешь на эту хрень? Тихо. Серкс, давай, короче, стейдж селект. Че это? Я опять. По третьему кругу. Чтобы у меня очередной шанс появился
его догнать. Нет, хоть чтобы Серхсу не скучно было. Говорю, а то босс остался один. Она тебя едет, останови себе, и снаряды в тебя тогда не попадают. Ван, зато знаем. Хорошо, что это его не сделал, давай, один удар, один удар, одна смерть. Да. Это было бы сложнее. Погоди, вроде ж как в какой-то игре это было. В контре? Нет, не в Костолевании. В контре? Да блин. Да, в контре же какой-то было один удар, одна смерть и три жизни. Там и конечные конты. Во всех такое было. Во всех контрах такое. На PlayStation. Он больше лучше, да. Он лучше контры знает. Ну ладно, у меня Квикмана-то достаточно. Уверен? Да. Он почти полный. Сядь поближе к микрофону, чё ты? Не забирай его при этом у меня. Борьба за микрофон. Теперь он у меня полный. Сейчас надо будет его... Не-не-не-не. Неудобно, блин, стекло. Ну походи, я не знаю. Да что? По мне не надо ходить. Да блин. Ты тяжелый, ты меня раздавишь. Да? Я да раздавлю ноги, прямо. Вообще не раздавлю, только... Опасно. Да вот тебе говорят, какой опасный ты. Да я это дело не в опасности, а из-за веса. Ну, вообще-то про вес тебе сейчас никто не говорил, ты сам сказал. Я хи-хи-ха-ха. Ой. Да, просто взял, пальнул. Потому что захотел. Нет. Тихо! Еще два удара или. Так, танчик побежден. Вот сейчас будет весело. Неужели? Вообще. Так, у меня это уже третий уровень замка. Ну ты третий прошел. В говно! Заткни! Свой айпад! Серьезно! У меня сенсор через раз какого-то хрена работает, джейл, блин. Так. Сенсор у него через раз работает. Мозг у тебя через раз работает. Не, это через два раза работает. А хватит ли мне баблмена? Так, а мне нужны вот эти двойки. Какие блоки тебе? Нужен скорее больше для упрощения, либо для сбора всякого. Молчать, Эйнштейн! Спросил, я ответил, слышь. Это риторический вопрос был. Где пол? Что это сейчас было? Невидимый провал. Я думаю, почему тут так все легко-то? Окей. Там не легко. Там средний. Только в конце жопа. Дантера, ты слишком прямолинейен тут. В смысле прямолинейен? Ай. Хоть криволинейен. Просто идешь туда, когда что ты видишь. Ну а почему нет? Еще с Костельвании такая хрень. Ну, потому что я тупо вперед иду. Вот поэтому тебе и не ок таким заниматься. О, это вот хороший.
самый лучший кот — это кот с арбузом. Чего? Кот с арбузом. Почему кот с арбузом? Потому что у него хорошее выражение лица, морды. Морды лица. Говорю, приходи на Кракен, распрощайся с мозгом. Да я пришел, ё-моё, мне комп для начала надо нормально собрать, что треки туда. А то у меня из новых игр ни хрена уже ноутбук не тянет. Так, что-то мне это не нравится. Я лучше даже проверять не буду. И проверить не надо. Так. Вот ты сейчас, я уверен, что ты где-нибудь провалишься. Да, ты прав. Это ожидаемо. Так, где здесь провал? Ага, прям, вот он. Прям перед ним. Как же так, тогда тебя надо тройку поставить. Не понял. Тупая тройка! Нормально. Да, барматончик, вот этот. Арбузы — это плохо. Да, я так чувствую, боже. У меня после контры на ГБ было такое лицо. Арбузы — это плохо. Блин. Да убей меня. Смотрите фотошоп, где вместо арбуза там... Вау! Вау! Я вижу. Вот это было подставло полное, блин. Тут у тебя жизни могут легко закончиться, так как врагов нету, чтобы парни не пили. Тут, да, правильно, не пропускаю. Так, возьму-ка я металлмена. Ага, блядь. Цици! Сейчас все равно упал. Да. Я же забыл, что переключение. А, такая, да. Вот, не, мне тоже так было. Слетаешь с лестницы автоматически. Здесь мне нужно влево вниз. Так, да, тихо. Влево вниз, просто сразу. Уи! Да ладно. Не-не-не-не-не-не! Куда ты полетел-то? Тупой мегамен. Ух. Так, попал. Хорошо. Вот ты вовремя сказал, блин. Ну да, на секунду. Да даже не на секунду. Проверь, сколько держи. Я сейчас столько на... О! Вот это, конечно, да. Просто начну весь уровень заново. А надеюсь, не весь замок я заново начну. Ну, если ты стейдж селект не тыкнешь, как я. А, ну хорошо. Я как раз на этом уровне и тыкнул. Три штуки дадут. 3000 жизней. Поехали! Блин. Барматончик этот и баян скинул, я не играю в Зельду. Ну ты кот. Почему ты не играешь в Зельду? Ну... В Зельде кошек нет. Не особо мне идея там. Хотя интересно. Чё, обычная адвенчура? Чё? Кто-то же стримил эту Зельду. Ай-яй-яй! Возможно, даже у нас. Когда? Какую? Кто-то, кто зафейлил потом всю игру с сейвом. Это да, в принципе, можно. Тут сволочь! Да дохни! Там просто сейв полетел как. Ура! Я только Абкола видел. А сердце прошел? Ну, я что-то вижу, ничего не знаю. Что-то вижу. Какой-то бред. Прошел, короче, поздравляем. Да, сердце. Ого. Зато. Хватит, Серкс. Ну все, зашибись. Еще один мегамен в копилку. Ну все, я проиграл. Ну ты ее, это, проходи. Я прохожу, как бы. Да ну. Серкс на дискач пришел.
Ладно, раз уж можно ее взять. Игра прям тебя направляет, ты знаешь, что тебе понадобится. Я, наверное, долго буду проходить это. Ну, возможно. Ну, ты хотя бы до местного босса доберись. Доберусь сейчас. Вот тут вот сейчас может ракету, быть. Вот, на втором уровне ракету чуть-чуть заюзаете. Очень плохая музыка. Где плохая музыка? Вайли. У меня какая-то медленная, печальная музыка. Вот тут сейчас, блин, прошелся бы по прямой. Это было бы слишком легко. Ебанка! Да, она тебе пригодится. Так что ее лучше брать. Да, уж 2 часа до мели. Так что, Донтеро, сиди, мучайся. Да, вот ты, в принципе, вот... Сиди, мучайся, прям вот. Ты меня прям как проклял сейчас. Я просто думаю, что ты вот дойдешь до босса, как бы посмотришь на это все дело, и потом будешь сам стримить, как ты мучаешься. А я пойду на день рождения. Иди, алкоголь. Да подождите вы. Он еще не добрался до этой... До этого, точнее. Ты прям ждешь, пока я мучиться начну? Да. У меня тут титры всякие. Да. Забыл я про эту штуку. Всякие Масакацу и Чикавы. Так, нет, тут лучше не прыгать особо. О, тут есть Нагинеко. Нека, который всех нагибает. Ну, вы пока найдите, что ли, слова песни, я, может, завтра с утреца запишу. Это к блайнду. Я тебе курлыкну, блин. Игра меня прям сейчас взяла, поправила, я так криво встал на эту платформу. В общем-то, ты уже рядом именно, что. Хотя еще не совсем, да. Истина где-то рядом. Больно, ты чё, ё? А что, дверь хлопнула? Да. Давайте. Угу. Ну, я надеюсь, я быстро пройду. Мой милый Мегамен. Джастис тебе предлагает песенку, Донтеро. Какую? Пыщ-пыщ, ололо и крёл. Криворукое нубло. Пыщ-пыщ, ололо и криворукое нубло? Что? А чё такое короткое? Ну, это, в общем-то, из этого и состоится песня. Даже музыка. Это замена слов во всей песне. А, по длине немного. Так, у меня, кажется, титры кончились. Ой, блин! Ну, что ты делаешь? Всё понятно здесь, тогда. Что ты творишь? Зачем ты в потолок поехал? Совсем поехал в потолок. Потолок или я поехал? Да и ты, и потолок. Ну вот заодно первый мультик покажу. Типа тут японка переведенная. Японка переведенная. Они могут меня толкнуть как раз. Не могут, но не стал, не имею, не стал. В году 2000 лохматом. 2000 лохматом? Ну, там, хе-хе. Хе-хе. Тут на 8 воинов, чтобы воевать с камнем. Так, ну давай, едь, едь, едь сюда, едь. Доктор Вайли Ридля. Mm-hmm. Что-то первый раз не вижу, чтобы он назывался именно так. Да, есть другое название. У меня почему-то ром подписан, кстати. Доктор Вайли, но Назо. Да, кстати. Но Назо это как, это и есть Ридл или тайна? А, так ты тайный лис? Ну, типа того. Прям такая, такой тайный прям лис у нас. И на одном из стримов все рассказалось себе.
Да, блин. Ну, он не все рассказал. Много осталось под завязой Назу. Да, Мегамен 2 без Наза. Так. Типа, но Наза. Это сейчас я как-то хитрожопо сделаю. Есть еще игра про какой-то лабиринт подводный. Фигушки. Атлантис, но Наза и чего. Не жизнь терять. А! Серж, хватит рисовать. Кого рисовать? Давайте в морской бой сыграем. Крестик нарисовал. 5 на 5 на морской бой? Ну, совсем. Второй. Лучше крестики 0. А, тут только одна. У меня и банка есть, если что. Ну, можно использовать центральные 9 клеток. Короче, это... член рисуй. А в других были синие еще вроде шарики, нет? Возможно, в поздних частях. Эй, че за... крестики поиграть. Количество шариков... 9 штук можно. Так, кто это у нас тут сейчас будет? А? Выиграть за 9 ходов. Круто. Оооо! Что это вообще такое? Комната смерти. Вот это пролагивание, слушайте. Ну, а, ну вот, Дантеро увидел это дело. Увидел. Да. Кто там хрустит? Чё, это я. Чипсы жуёшь? Нет, сухарики. Ага. Вот, значит, рыбой. Да, ещё и поесть надо же. Блин, мне бы ещё не сдохнуть. Парите с рыбой? Нужно да постоянно нет, двигаться. Нет, да. Блин. А есть ли у тебя ебанка? Нет, уже нету. А, ну ладно. Со сметаной и сухарик. Значит, все это будет гораздо быстрее. Слушай, может, хоть ты меня подбодришь чем-нибудь? Чем? Не знаю. У тебя боеприпас может подкрепить, может, сквозь стену высыпать. А, да, точно. Неправильно ты сделал, Дантеро, короче. Да я понял, что неправильно. Да. Ну ладно, заканчиваем. Ну, не совсем. Вот, как бы, я предлагаю тебе просто именно постримить самому сейчас вот отдельно это. Уже, получается, без челленджа будет твой личный челлендж. Ну как, first run, продолжение. Ну, может, я тогда в другой раз, просто мне сейчас неудобно будет очень. Вообще неудобно. Мне тут поприходили все. Приходят тут. Приходят, уходят. Приходят, мешают. Ну, тогда, наверное, да, заканчиваем. Так я могу сейчас постримить что-нибудь. О, давай постримим. Это будет отлично. Всех выручишь. Ну, я не думаю, ну ладно. Ну ладно, в общем, всем пока. Спасибо за то внимание. И... поздравляем все Серкса. Да, и, наверное, мы с Нека будем когда-нибудь третью часть пытать. Ты вау. Будешь на Донде проходить, я на Сешке. Это будет интереснее. Ну, почему бы и нет? Хотеть надо у экспертов спрашивать там различия. Да. В общем, всем до свидания. Да, короче... Всем пока. Всем пока. Пока.